Говорят, на детях знаменитостей природа отдыхает. Но не у всех звезд откровенно бездарные потомки. Некоторые хотя бы делают вид, что чем-то занимаются. Чтобы была аргументация на спрос родительских денег. Именно таким является сын шансонье Шарля Азнавура, которого зовут Миша. Дилетантствующий диджей, он путешествовал по стране за счет капиталов собственного папаши. Он уже продал подаренный ему особняк, побывал в Америке, Швеции, а как поиздержался, перебрался в Россию, страну гостеприимных хозяев. Сегодня вместе со съемочной группой КМТВ вы увидите день из жизни француза повесы и узнаете, как при помощи одной лишь фамилии потомки звезд облапошивают восхищенных обывателей. Итак, утро, пробуждение парижского денди в гостях у его добрых друзей. Yes. Да, входите. Доброе утро, Миша. Доброе утро. А я вот только встаю. Застилать кровать – это особое действие. Нужно, чтобы все было красиво. Я смотрю, в оформлении твоей постели много собак и кошек. О да, я их люблю. Лучшая спальня для лучшего друга. С таким подтекстом эта комната была предоставлена Азнавуру рачительными хозяевами. Однако бесплатный сыр оказался не по вкусу французу. Он говорит, что ему не нравится дизайн, мол, слишком много предметов. Его это несколько сковывает. Обычно утром, сразу после того, как я просыпаюсь, я иду на балкон на 20-30 минут. Кстати, у Миши есть прелестная привычка – записывать свои сны. Как только он проснулся, он открывает книжечку, в которой конспектирует все свои сновидения. Подобные рекомендации прописаны в знаменитом произведении не менее знаменитого Фрейда. Возьмите звездную привычку на заметку. Часто я прихожу сюда, чтобы послушать музыку. Это позволяет мне проснуться и заодно обдумать планы на весь день, собраться, созерцая прекрасный вид из окна. Со мной обязательно сидит мой пес Танго. Вообще у меня две собаки, но на этот раз я приехал с одной. У очаровательного пса немного грустные глаза, и это неудивительно. Хозяин часто путешествует, а постоянная смена климата не может не сказаться на здоровье верного питомца, которому уже немало лет. Но это не самое страшное, что ему приходится переживать. С остальными подробностями всей правды жизни пса Азнавура вы познакомитесь в ходе сюжета. Идем дальше. Некоторые с утра пьют кофе или другие тонизирующие напитки, но для меня на первом месте это душ. Азнавур предпочитает обжигающий горячий душ холодному или контрастному. Именно так он пробуждает свой организм для свершения звездных дел. Однако есть немаловажная деталь. Для достижения полного эффекта эта процедура должна быть совершена в исключительно романтической атмосфере. Я вижу зажженные свечи в твоей ванной. Они что-то значат? Нет, ничего. Я зажег их специально по случаю вашего прихода. Ты видишь их по краям ванны. Это здорово. После банального одевания домашних сапогов, процесс которого к неизмеримому удовольствию героя нашей программы мы тоже засняли, мы поднялись наверх, где разоспавшегося денди уже давно поджидали его друзья. Hello, Сергей. Как дела? Очень неплохо. Как ты спал? Хорошо, очень хорошо. Хорошо? Я рад тебя видеть, Миша. Выпьешь джуса? Джус? Джус. Да, я хочу сок. Он закончился, Миша. Вуаля, француз, знающий русский язык. Да это же просто гений. Однако ему явно не пришлась по вкусу шутка в его адрес. Но вряд ли он будет что-либо произносить в ответ. Скорее всего, он отыграется на авторе скетча в своих очередных мемуарах. Такой вот он скрытный, Азнавур-младший. Что ты обычно пьешь по утрам? Чай. Мама тоже чай, а папа кофе. Вот так мы хоть что-то узнали о знаменитом отце, благодаря фамилии которого Мишу, собственно, и принимают в русских домах. После чаепития началось приготовление основных блюд к завтраку. И нигде бы то ни было, а на свежем воздухе. Ноябрьские морозы располагают. Именно здесь, на балконе, Азнавур разжег костер. Наперекор всем правилам пожарной безопасности. И неудивительно, квартира не его, в случае чего все претензии к хозяевам. Так, что же здесь на балконе? Шашлык. Ранним утром? Уже 12:30. Это можно считать ранним утром, если вы провели бурную ночь, и поздним, если вы пошли в церковь. Мясо, видимо, уже готово. Да, но можно его еще чуть-чуть подержать на огне.
Пока мясо готовится, самое время порассуждать о прекрасном. И вторя Ивану Васильевичу из легендарного фильма, Азнавур вглядывается в просторы столичных новостроек, восклицая: «Лепота!» Эта сторона не самый красивый здесь вид. Мой любимый вот этот. Отсюда я могу разглядывать район, если я вдруг потеряю свою собаку. Шашлыки и печеные помидоры с луком готовы, и стол накрыт. Однако перед тем, как есть самому, Азнавур кормит свою собаку. Ты нарезаешь мясо на кусочки для своей собаки? Я обычно не кормлю его вырезкой, но раз сегодня общий праздник, ему тоже должно перепасть что-нибудь вкусненькое. Посмотри, он очень оживлен происходящим. Изголодавшийся пес с вожделением смотрит на то, как миска, предположительно предназначенная для него, наполняется настоящим мясом. И это неудивительно. На этот раз француз не экономен, потому что продукты купили его друзья. И вот начинается застолье. Первый тост за встречу. Азнавур принимается по-взрослому шутить. Так ты хочешь сказать, что если я не смотрю в глаза участникам застолья, когда чокаются бокалы, это значит, что у меня не будет секса? У тебя будет плохой секс. Это даже хуже, чем вообще его не иметь. Он у тебя будет, но это будет отвратительно. Если я буду смотреть в глаза тебе, у меня будет секс с тобой? Нет. Почему подобные фривольности позволяет себе Миша? Ответ прост. Среди чрезмерно гостеприимных хозяев, которых он, к слову, нисколько не уважает, он может позволить себе все, что угодно. Врожденная деликатность, приправленная восторгом от общения с сыном знаменитости, не позволяет участникам трапезы поставить на место разгулявшегося француза. Кстати, отпрыск Азнавура еще к тому же оказался неблагодарным сыном. При случае он не преминул пройтись в своих шутках и по своему отцу. Он может быть очень-очень зол, а через минуту забыть об этом. Он как две персоны. Он может быть экстраэкономным и потом потратить $5000 в один день. Если выбрать правильный момент, он может купить все, что я попрошу, а потом будет шокирован из-за того, что я оставил невыключенным свет в ванной. Что? Ты не выключил свет? Ты знаешь, что он очень дорогой. А 5 минут назад, к примеру, он купил мне какую-нибудь вещь стоимостью $5000. Миша Азнавуру уже скоро 40 лет, но он, как вы поняли из только что услышанного, и по сей день не брезгует выпрашиванием денег у папы. Мальчик хорошо устроился, и действительно, почему бы отцу не содержать его до пенсии? Сегодня ты идешь на вечеринку. Как обычно, ты готовишься к светским раутам. Подбираешь специальную одежду, особенно тщательно прихорашиваешься. Нет, ничего этого я не делаю. Надеваю то, что под рукой. Сегодня, возможно, я не буду надевать, к примеру, вот эти истертые джинсы. Главное правило, которому я стараюсь следовать, одевать то, в чем мне комфортно, чтобы не чувствовать стресса из-за того, что одежда неудобна, хотя и красиво. И вот мы приехали в ночной клуб, в котором Миша этим вечером проводит презентацию своей книги о любви к русской девушке Насте. Мы совсем забыли рассказать, он полюбил ее еще год назад, но история получила трагическое развитие. Они расстались. Теперь лишь надписи на шариках напоминают нам о том, что в жизни Азнавура была Настя. Однако нам пообещали, что она все-таки приедет. Опиши свои ощущения, ведь это твоя вечеринка. Чувствую стресс, немного испуган. Нужно, чтобы все прошло хорошо. Люди весело провели время. Главное, последнее. Гости разбрелись по залу в ожидании чуда, официального начала мероприятия. Бармены наливали коктейли, их было в избытке. Правда, на закуску разгоряченным гостям предлагали дорогое меню, которое моментально избавляло их от голода. Только через 4 часа после начала вечеринки Миша поднялся на сцену и произнес буквально пару фраз, в которых он благодарил всех пришедших за проявленный интерес к его книге. Главная гостья мероприятия, Настя, пока не появлялась. Я просто-напросто подписываю одну книгу за одной. Пока это все, что я понял от этой вечеринки. Жду, пока приедут друзья. Ты не устал? Нет, совсем нет. Все в порядке, вроде даже весело. Все же одного друга мы нашли. Его зовут Роберт. И мы хотели узнать, что же он думает о Мише Азнавуре. Роберт, как давно вы дружите с Мишей? Познакомились мы в этом году. Я так думаю, полгода, наверное, да, мы знакомы где-то. Или год, точно не могу вспомнить. Что вы можете о нем сказать? Очень прекрасный, милый человек, очень открытый, хороший собеседник, можем говорить на совершенно разные темы.
Вечеринку раскрасило эффектное появление телеведущей Татьяны Геворкян, которая просто пришла потусоваться в клубе, но заодно решила поприсутствовать на презентации Азнавура. Я думала, вы просто поболтать подошли, а я вдруг увидела у вас в руках эту маленькую черную штучку и поняла, что говорить следует поменьше. Вы сегодня пришли не одна, с подругой, да? Я пришла со Светланой Мастерковой, олимпийской чемпионкой гордости нашей страны. Очень приятно, когда люди пишут, и они не профессионалы, но они стараются. И здесь очень непрофессионально, но очень живо и интересно написано. Мы со Светой планируем сейчас с Мишей общаться как можно теснее. Ходят слухи о том, что он собирается вторую книгу писать, а поскольку он описывает все, что происходит вокруг него, мы очень хотим попасть на страницу этой книги. Я могу к нему ходить постоянно. Я очень хочу быть каким-нибудь очень положительным персонажем. А тебе предлагаю быть отрицательным. А почему бы нет? Но вот появилась девушка Настя. С начала вечеринки прошло долгих 6 часов, но все же ее терпеливо дождались оставшиеся присутствовавшие. Странно, но она целует его, как ни в чем не бывало. Может быть, они уже помирились и снова сошлись? Миша, я пришла. Прости меня, прости, пожалуйста. Я плакала в пробках. Я так стесняюсь. Подожди, ты же знаешь меня, что я не могу делать сразу два дела одновременно. Дай мне сначала подписать книгу, потом я буду слушать тебя. Я не могу сконцентрироваться. Ты опоздала. Тебе должно быть стыдно. Мне так стыдно. Может быть, я приму твои извинения. Мишка, отвлекись на меня на секунду. Я лучше к тебе подойду, чтобы ты снова стала улыбаться. Люблю тебя сильно. По скриптум. Девушка, появившаяся в кадре, совсем не та, про которую написано в книге. Этот диалог был разыгран специально для публики. Настоящая Настя и не могла появиться здесь. Миша расстался с ней по причине нежелания тратиться на нее и уж тем более создавать семью. Из всех пришедших правду знала только подруга, брошенная Анастасией, пришедшая на вечеринку. Вот она. В конце дня доблестный ловелас Миша Азнавур приехал домой и, укутавшись в плед, предался осмыслению подвигов за день. Вечеринка вроде бы удалась, публика была довольна. Жить ради себя любимого. Таков лозунг Азнавура. Нам этого никогда не понять. Да и не нужно, наверное.